Всем привет, друзья! Сегодня у нас обзор на Bicycle Blue Seal Rider Bike синего цвета. По сути, это обычные стандартные байки, только со старым качеством со старого завода Огайо. Это очень крутые карты, качество этих карт и долговечность просто поражает. Заказал я эти карты на сайте 54cards.ru, вот здесь ссылочка, также она будет в описании. Переходите, там есть стандартные байки, там есть Gold качество, есть Blue Seal. Также там есть много различных колод. И давайте перейдем к обзору наших карт. Раскроем их. Нас встречают две рекламы стандартных байков. Нам они, в принципе, не нужны. Сложим их вот сюда. Также у нас здесь один цветной Джокер и один гарантийный Джокер. Тоже можно их отложить. Туспик. Обычный, стандартный, ничего нового. То есть это обычный стандартный байсикл. Вот такие у нас ленты с ними получаются. Давайте веер затестим. Вот такой офигенный веер. Давайте с другой стороны. Вот. Карты, в принципе, вообще отличные. То есть, ребята, те же самые стандартные, но со старым классическим качеством, которое нравилось всем, и все расстраивались, когда их перестали выпускать. Так что приобретайте, ребят, колода стоит того. Если выбирать между просто байками или байками с Blue Seal, лучше взять эти. Давайте пройдемся по картам. Здесь у нас все по стандарту. Стандартные лица во всех мастях. Тузы обычные, кроме туза пик. Все лица стандартные. Ну и давайте парочку тасовок сделаем. Размешаем колоду и посмотрим, как будут получаться веера после того, как мы их размешаем. Давайте один рифл. Так, и давайте еще один. Отлично. Пару подснятий. Дрибл получается отлично. Давайте веер посмотрим. Веер, да, все такой же офигенный. С этой стороны. Вот. Так что, ребятки, советую вам приобрести эту колоду. Вот вы часто спрашиваете, какая колода подойдет для новичков. Эта колода подходит и для новичков, и для любителей. Всем спасибо за внимание. Ссылка на магазин будет в описании. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.